Общее состояние его удовлетворительное. Да, общее состояние удовлетворительное. Антибиотик, курс антибиотика мы пролечили. Глаз у ребенка, конечно, страшный, и он 100% идет на удаление. Аппетит в норме? Да, аппетит в норме, кушает хорошо. Ой, ребенок. Иди сюда, дитя. Писает, как это надо. Да, 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 да. Все. Он поправился по сравнению с тем, что мы нашли. Да, еще и играет. Только у меня подозрение, видит ли он вторым глазом. Надо вот это будет осмотреть. Да, мой золотой. Все хорошо. Ты у меня красивый. Ты у меня маленький. Да, детеныш? Такой хороший. Стой, стой, стой. Стой, малышка. Тебя не удержать. Так, ну, я сейчас... Да, блин. Здорово, я стучу, блин. Так. Писунчик, давай-ка я тебя посмотрю. Ну, зрительный рефлекс нормальный, у него правый глаз отличный. Да? Да. Он только странно себя ведет, когда еду ему ложишь, он начинает вокруг. Вот ты куда пошел, дитя? Покругу. Подожди, подожди, малыш. Да, здесь удаление, здесь уже даже лапочки вылезла. Так, ну что, ребенок у нас очень заводной. Друзья, его придется сегодня оставить в стационаре, потому что врач его будет оперировать или сегодня вечером, или завтра рано утром. В любом случае, наш малыш остается в стационаре. Да, мой золотой, да, мой хороший, ты мой красивый, такой смешной, хороший ребенок, такой маленький, да, такой заводной, боже мой, иди туда, еще раз я тебя сниму. Нет, свободу детям. Ничего, мой хороший, скоро все будет хорошо. Скоро у нас все будет хорошо. Может быть, так посидишь, нет? Ничего, ребята, все у нас с детем будет хорошо. Покажи глазик, дитё. Покажи, иди сюда, мой маленький. Вот так, будь здоров. Будь здоров, солнышко. Да, все у нас будет хорошо обязательно, ребят. Просто будет замечательно. Да подожди ты, мой хороший, ребята, невозможно с нашим ребенком справиться, очень заводной, не знаю, кошечка это или котик. Давайте его сейчас взвесим. Угу. Пойдем, дружок, взвешиваться. Ну что, карты вообще нельзя, может, есть кошечки, пойдем. Я дам кошечок. Иди, да подожди. Вообще чудо заводное. 950 грамм. 900. Поймали? Так, все, его забираем. Да. Перенос туда. Тоже его возьмешь. Все, ребенка забрали. Операция будет завтра. Ну что, мой хороший. Подожди, да я тебя покажу. Вот так. Вот так наш ребенок. Поет, ребята, муркочет. Чувствует себя хорошо, играет. Садись. Так. Вот здесь у него друг сидит. Это у нас место для самых маленьких. Для тех, кто приболел. Да, ребенок? Друзья, я обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, 50 тысяч подписчиков на YouTube. Друзья, это только на одном канале. А приют вынужден просить постоянно помощи, даже на операцию вот таким крошечным детям. На корм, ребята, не хватает. Что делать? Ребята, только сплочаться, только говорить вам, только рассказывать о нас. Ой, ты мои красивые. Да, вот на балкончик дети вышли. Дети вышли на балкончик. Да, маленькие мои? Мои хорошие, красивые деточки. Рыжика подбросили нам вчера вечером. Да, маленький мой. Сэмик себя после операции чувствует хорошо. Дай Бог здоровья людям всем, кто отозвался и помогает. Ребят, спасибо вам огромное за спасение вот этих жизней. Спасибо, мои хорошие. Мои красивые деточки, мои маленькие. Все,
Пойдемте покажу теперь. Так, а вот это бутылочка для кошек. Вот здесь для самых маленьких. А здесь для тех, кто постарше. Тех, кого мы приготовим на стерилизацию подростков. Вот зимой здесь тепло будет, ребят. Все, вот такой отопитель, чтобы тепло и малышам было вверху и внизу. Все будет хорошо, ребята. И я очень благодарна всем, всем, друзья, за вашу помощь. Спасибо. Что мы, золотой? Куда ты подпрыгиваешь, чудо маленькое? Да, нет, ты пока сидишь у нас здесь. Пока здесь, малышка, выздоравливай. И ты тоже, детеныш. И ты тоже. Вот такие мои дети. Это детский карантин. Маленький мой. Мой хороший. Сэмик. Сэмик, рыжик. Маленькие мои дети. Маленькие мои хорошие дети. Все у нас, ребята, обязательно будет хорошо. Особенно, если вы будете оставаться с нами. А вот там, ребята, у нас выход на улицу для них, на балкончик. Иди. Там у них даже выход на улицу, на балкончик. Иди погуляй, мои хорошие. Маленькие мои. Ну что, друзья, выходите, да? Это чудо мелкое вообще играет, так что... Что, крохи? Ничего, все будет хорошо. Скоро подрастете, и все у нас будет хорошо. Да? Ксюня, выходите. Так, это у нас здесь. А это... Сейчас мы закроем. А это у нас здесь. Чего ты? Слезть не можешь? Страшно? Слезай. Иди на улицу погуляй. Вон туда, беги. Там, где все. Выходи, посмотри, как там интересно. Вот, пошел знакомиться, да? Ты вообще красотка наша. Так, да, два окна очень хорошо. В бытовке сделали два окна, ребята, и теперь просто потрясающе. До чего удобно. И светло детям. Вот такие наши деточки. Им сейчас по 2 месяца. Ну, а те, кто постарше, уже здесь разместился, да? Что, мои хорошики? Где остальные? Остальные на улицу мы пошли, да? Хорошо. Ну, слава богу, хоть немножко смогли разделить, потому что это кошмар, конечно. Сейчас осталось лесенку сделать, чтобы можно было залезть и убрать на балкончике. Ребята, в этом году, ну, очень много котят. Просто ужасно. Люди совести совсем не имеют. Они бросают и бросают и бросают, причем нагло. И причем заявляют, вы же приют. Ребят, мы частный приют. И наш приют держится только на нашем добровольной помощи. На нашем добровольном участии. Мы убираем за ними, мы лечим их. А вы помогаете нам в этом. Но это не означает, как мне часто говорят, я же вам помогаю. Ребят, вас 50 тысяч, нас всего 2, я и Лиля. И рабочие тоже помогают, ребята, но они убирают за собаками, а за кошками, за всеми вот этими малышами, за всем вот этим. Убираем мы вдвоем, понимаете? И лечим их мы вдвоем, и не дай бог эпидемия какая-нибудь. Там мы с ума сходим сутки напролет, потому что все это делаем только мы вдвоем. Я очень вас прошу, не надо привозить нам котят, нам хватает тех... Кого мы сами находим на обочинах, на дорогах, возле магазинов. Ребята, а вы привозите мне тех, кто у вас родился, и они вам не нужны. Вы просто стерилизуйте ваше животное.